Странная, необычная тяжесть на душе. Откуда она? Съемки кончились, волнение позади. Что же давит? Валентин? Но его судьба, кажется, выпрямилась. Однако несколько лет из жизни вычеркнуты. Он провел их в колонии. За это время в пьяной драке погиб брат, умер отец. Что толку от позднего раскаяния? Оно ничего не вернет. Зачем же мы приехали к этим людям? Разворошили их трудное прошлое? Заставили старую мать снова страдать? Я всю жизнь прожила, не знала, что такое милиция. Воспитывала я не на это, чтобы безобразить. Воспитала, била все. Вот видишь, какое счастье попалось. Ума не хватило. Ошибка такая, не подумавши делать. Я посылала не на это, что безобразить. После себе слово давала, что говорю, я больше в эту Москву так и ногу не опущу. Мы показывали Валентину фотографии, таких же, как он, оступившихся. Нам хотелось вместе с ним отыскать его первый неверный шаг. Вот брат пригласил, поедем, что ты будешь в деревне, мол, делать? Но меня, в принципе, техника не интересовала как-то. Чтобы работать там, вот, трактористом или чем-то, полеводом какими-нибудь, с вилами бегать. Ну, поехал я в Москву. Здесь ли начало кривого пути? У каждой споткнувшейся оно разное. Но итог один. Потому и не важно, что совершил Валентин. Главное, преступил закон и был изолирован от людей. Провели с этими мальчишками бок о бок 5 дней. Ведь для нас пребывание там было сродни детской игре. Двери ЗО захлопнулись за нами. Чик-трак. И как только понадобится, мы выйдем на свободу. Чик-трак. И все. А ребята играли со своими жизнями и не заметили, как замочек закрылся, и его железный лязг отрезал большой мир на много лет. Остался островок земли, где человек не хозяин себе, а исполнитель чужой воли. Там детишки бегают гурьбой, там они играют и поют, никому покоя не дают. У фонтана, где большой каштан, чернобровый смуглый мальчуган, ребята почти не избегали нашей кинокамеры. Вот этот герой сам рвался на экран. Хотел, чтобы его увидели знакомые ребята. Он самолично отдал свою девушку в руки насильников и с тем же удовольствием, с каким говорил о преступлении, спел нам песню про любовь. Годы мчатся, словно ураган. Стал студентом смуглый мальчуган. Ну а Оля 18 лет,
развила, как розовый букет. Колонии далеко не каждый горюет о своей судьбе. Привыкай ты к этой жизни. Одно из жестких правил здесь – по одному не ходить. Вот и толпятся всегда вместе. Куришь, не куришь, а сиди, жди. Будь как все. А ребятам и здесь хочется проявить себя. Вот этот хвастался, что ему в зоне сделали наколки. А этот замышлял побег и не намерен отказаться от хитрой затеи. Как свету проникнуть в эти темные души? Чувствуешь уже приближение свидания, через 5 дней, через неделю тебе приедут, начинается сильное волнение, вот до такой степени переживаешь, ночами не спишь, книжки в сторону бросаешь. Ну, а потом, значит, вдруг приходит тебе неожиданно такой-то фамилию, имя, отчество на выход, на свидание. Ну, приходишь до такой степени, уже всего трясет. Вот это такая боль адская, что, это словами трудно, конечно, передать. Ну, в общем-то, приходят, открывают камеру, называют фамилию, имя, отчество, отвечаешь я. Выходишь из камеры, руки назад, в общем-то. Ну, потом приводят, заводят в клетку. Сидишь в клетке одиночно, ждешь. Вот это полчаса, час ждешь. Думаешь, вот любого секунду выйдет. Смотришь, определяешь, мать идет, значит. Ну, и, в общем, сразу слезы не выдержат, конечно. Он плачет все время, сидит там, а я тоже плачу. Есть в четко расписанной жизни колонии такие минуты, когда мальчишкам особенно одиноко среди толпы. Забирает тоска по дому, какой бы он ни был. Вспоминаются дни, когда были ребята не преступниками, а просто детьми. Их было кому пожалеть. Здесь в зоне не может быть тепла и ласки. Здесь только фамилия на груди и дневник нарушений. А любая заблудшая душа ищет понимание. Хорошо тем, кто находит его в письмах,
особенно ждут писем от матерей. Никто, как мать, не способен понять, что с сыном случилась большая беда. Никто так не верит в возможность ее исправить. Никому, кроме матери, так не нужен этот одинокий человечек за колючей проволокой. Но у многих нет ни матери, ни отца. У многих нет даже крыши, под которую предстоит вернуться. Есть такие, кто только в колонии увидел белые простыни и привык к чистоте. Но возможно ли вот так же просто смыть тяжкие грехи с души? Поддержит ли кто-то ребят, когда они осознают с возрастом, что жизнь пишется один раз, без черновиков, что темные пятна на собственном прошлом можно забыть на время, но никогда не отмыть? Пока мы не встретились, это была не моя боль, но теперь она не оставляет. На что мы надеялись? Что расскажем об одном одумавшемся и исправятся другие? Но ведь ребятишек за колючей проволокой так много. И далеко не всем предстоит начать праведную жизнь. Ведь у каждого своя судьба. И научиться можно только на собственных ошибках. Есть мнение, что любому обществу даже необходим определенный процент преступников. Но тогда все наши книги, фильмы, проповеди – пустое? Или все-таки иначе? Ведь наше общество тяжело болело, и не могли не заболеть его маленькие граждане. А как важно сейчас, чтобы оно поправилось? Общество поправилось. И тогда тяжесть в душе нашей станет меньше. Мама, а ночью тихонько мир откроет она тебе.
тебе. Поверь мне, никто другой, только мама. Я с нею жил, я счастье ей дарил, и в город гулять ходил только с мамой. За эти 16 лет сумела найти ответ, сумела найти ответ только мама. За эти 16 лет сумела найти ответ, сумела найти ответ только мама. Если когда-нибудь отправишься в дальний путь, ее ты не позабудь, только маму. Если когда-нибудь и в чем-то разлит друг, поймет и слезу утрет, только мама. Если когда-нибудь чем-то разлюбит вдруг, поймет и слезу утрет, только мама. По небу плывет луна, на улице тишина, не спит, все грустит, только мама. Ночью тихонько дверь откроет она тебе, поверь мне, никто другой, только мама. Поверь мне, никто другой, только мама.